Приветствую. Здравствуйте. Вас. Добро пожаловать в систему перевозок «Черная месса». Этот автоматический поезд призван обеспечить безопасность и удобство сотрудникам исследовательского центра «Черная месса». Текущее время 8:47 утра. Внешняя температура 33,8 градуса с ожидаемым повышением до 41 градуса. В здании центра всегда поддерживается температура 20 градусов по Цельсию. Приятно слышать, что поддерживается температура. Данный поезд направляется из помещений уровня 3, тест-лаборатории и административных зданий сектора Си. Если вы направляетесь в охраняемую территорию за сектором Си, вам придется вернуться к главному пересадочному блоку в зоне 9. Пересесть на охраняемый блок. Если вы еще не прошли процедуру идентификации личности в охранной системе, обратитесь к персоналу станции «Черное место» за помощью. Это необходимо для получения доступа в охраняемую зону. Так, понятно. Ну-ка, давайте-ка звук немножко убавим. Так, громкость звука, громкость музыки. Она меня вообще не интересует. Ну и вот так вот, громкость звука. Итак, подписчики, мы играем в халву. Старая добрая халва. Из-за высокой токсичности микроследы в исследовательском центре. Соус. Вследствие работы с материалами запрещено курить, есть и пить в транспортной системе «Черное место». Оставайтесь внутри поезда при любых обстоятельствах. Не пытайтесь открыть двери до тех пор, пока поезд не остановится полностью возле платформы станции. Так, это начало. В аварийных ситуациях пассажиры обязаны оставаться на местах и ждать дальнейших указаний. При необходимости покинуть поезд преимущество имеют люди с ограниченной подвижностью. Остерегайтесь шин высокого напряжения и следуйте к аварийной станции до прибытия помощи. Вертолеты. Господи, как же давно это было. Место для инвалидов, заметьте. Так, сколько коридоров надо еще ехать? Все, вперед, давай. Я разрешаю, ехай. Так, а я-то получается, я стою. Я вам больше скажу, у меня нет ног, у меня нет тела, я как бесплодный дух, как Каспер. Напоминаем, что курсы по выживанию в критических ситуациях пройдут сегодня в 19 часов. О, 27 лет мужчина, учетная степень и теоретическая физика, должность научный сотрудник. Так, тут у нас новые у вас есть друг двери, управленческий спонсор засекречено. В данный момент имеются вакансии в области работы с материалами и низкоуровневой безопасности. Низкоуровневой? Для давай хотя бы ее. Информации обратитесь к сотрудникам «Черной начальником мессы». Могу быть. Если у вас есть знания и опыт работы в сферах теоретическая физика, биотехнология или другие высокотехнологичные области, вы можете обратиться в наш гражданский отдел кадров. Исследовательский центр «Черная месса» предоставляет всем равные возможности. Ох ты, а я равнее. Всем равные возможности. Я согласен, берите меня, я буду работать. Только платите, у меня все степени есть. Даже трамваями могу управлять. Напоминание всем сотрудникам «Черной мессы». Запланированные проверки уровня радиации и биологической угрозы являются обязательным условием работы в исследовательском центре «Черной мессы». Во. Дави его. Является основанием для немедленного. О, еще людишки. Если привет, чувачки. В процессе выполнения своих так. Обязанностей, мне выходить. Выходить мне или не выходить? А, нет, еще рано, да? А ты куда пришел? Ваше будущее.
смотрите, утопится сейчас. Прибываю к тест-лабораториям сектора Си и административным зданиям. И административным зданиям, хорошо. Давай. Приехали. Так, дверь открывай. Ну, открывай, давай. Пожалуйста, опа. Не подходите к автоматической двери и подождите, пока сотрудник безопасности проверит наличие доступа. Господи. Перед выходом из поезда убедитесь, что вы не оставили в нем личные вещи. А что мне оставлять, если у меня нету ничего? И безопасного вам дня. Кажется, мистер Фриман, вы немного опоздали. Ну так меня и закрыли здесь еще. Без твоей помощи я бы и не выбрался. Давай быстрее. Так, а все время бегать, что ли? Или я все время бегаю? Все время бегаю. Я боюсь, что прыгну и пипец случайно. По привычке. Так. Следующая дверь. Одна дверь открывается, другая закрывается. Ну давай, давай, давай. Опаньки. Проходим, проходим. Эй, мистер Фриман, у меня для вас были кое-какие сообщения, но минут 20 давай. Назад у нас случилось неприятно. Хорошо. Вау. Так, здесь у нас что? Все, надо проверить, я уже забыл. Так. Печка. Отлично, что я тебя встретил. Что вы тут изучаете? Дайте я посмотрю, я же тоже какой-то профессор. Здесь у нас что? Душевая. Господи. Откройте. Занято. Все руны. Понятно. Так. Все. Вспомнили потихонечку. Что-то. Так, что, кухня? Ну, бля, есть еще сюда вход. А здесь у нас... Господи, ничего не помню. Извините, но у меня четкий приказ не пускать вас внутрь без защитного костюма. Так. Тебе просто нужно подождать до конца проверки. До конца проверки. Привет, Сэм. Это меня куда? Сюда? Хорошо. Так. Вы не у того шлюза, господин Фриман. Вы же знаете, что я не могу это пропустить. Здесь сюда что? Сейчас меня нельзя отвлекать. Ну и не собираюсь. Что-то там затевается. Так, без костюма меня не могу пустить. Костюм у нас вот здесь вот был. Только я сомневаюсь, что он сейчас нам нужен-то. А нет, смотрите-ка, сейчас нужен, да? Вот теперь у меня фонарик есть. Так. Для использования в агрессивной вот. Среде. Удара прочная броня включена. Датчик отравляющих веществ включен. Контроль состояния организма. Давай. Включен. Контроль. Смотри. Свои глазки туда вставляй. Или я тебе их вырежу. Вот сейчас налево, направо.
Или она круглая? Круглая. Давай, открывайся. Одна кнопка, как удобно. Одна кнопочка. Так, куда мы едем? Вниз, вниз, вниз. Все? Приехали. Ой, а там еще лесенка. Там еще что-то есть, нет? Ну, пока мне туда не надо. Ладно. До свидания, папаша. Мы идем вперед. Ни на что не отвлекаемся. Давай. Извините, мистер Фриман, я на службе. На службе ты. Дождался ты мне. Вот что здесь прикольно, игра-то линейка. А, Гордон, это ты. Мы только что начали тестировать образец. Хотя мы уверены на все 100%, но нам необходимо решение. Я его даю вам. Начальство таки думает, что мы сегодня сдадим окончательные результаты исследования образца. Но сдается мне, что они немного опоздали. Гордон, мы ждем тебя в исследовательской лаборатории. Ждите. Давай, открывай мне, скотина. Суй свои глазенки. Так. Ай-яй-яй-яй-яй. Что происходит с нашим оборудованием? Раньше надо было думать. А, так я правильно иду. Здесь другого варианта нет. Какая-то спиралька еще. Напридумывали. Так. Один вход, один выход. Да, но у нас есть на это причина. Давайте. Нам предоставляется уникальная возможность. Ведь такого чистого образца я еще не самый изменчивый из всех, что я видел. Ну? Теперь, если применить плавную процедуру анализа... Ну, не знаю, как ты можешь такое говорить. Хотя и не исключаю, что логичный Гордон не должен узнать ни слова, что мы здесь говорили. Он специалист высокого уровня. Мы ручаемся головой, что все будет в порядке. Ты прав, Гордон. Мы в тебе полностью уверены. Это хорошо. Все? Хорошо, продолжайте. Доступ запрещен. Доступ запрещен. Давайте все, разбежались. Я занят. Ты смотри туда, ты туда. Давай, один глаз, другой глаз. Опа, опа, блин, не запрыгнуть. Так. Ага. Я тебе дам сосисочное. Сосисек захотелось. Хорошо, Гордон. Образец будет у тебя через несколько секунд. Если будешь так добр, что поднимешь задницу, то нам удастся выяснить почти все. Я уже здесь. Давай. Жду, когда на кнопку нажать можно. Ну. Вот здесь хоть что-то происходить. Вот. Началось кружение. Мерцание, восхваление. И он в той клеточке сейчас появится. Очень интересный субъект. Отлично, мы возьмем его отсюда. Мы вытащим его из другого мира. Раз, два, три. Кто только такую машинку придумал? И зачем она нужна? Я наблюдаю предсказанную раннюю реакцию. Раннюю реакцию предсказуешь? Ну-ну. Там уже кучка дебилов. Нет, не могу. Да недолго, сейчас уже. Сейчас уже. Скоро будет.
Лучше туда дойти. Это как раз не проблема. Вроде небольшой неувязочки. Это... Ага. Хотя нет, все в порядке. Все в порядке у тебя. Гордон, было бы все в порядке, я бы не играл бы здесь. Посмотри систему доставки, чтобы получить образцы. Систему доставки. Мне что, туда спуститься, что ли, к ним? Серьезно? Мне надо спуститься? Поиск нестандартного образца. Продолжай, Гордон. Ставь транспортер в анализирующий порт. Давай. Ой, господи, мне уже толкать надо. Быстрее, быстрее, выключить. Давай, давай, давай. Не выключай. Отхожу. Ногу заблокируй. Мне куда бежать-то? Ты мне скажи. Скажи, куда бежать. Твою ж мать, куда бежать? Так, монстр-то уже падает, начинаю. Падла. Ты меня вырубил? Так должно быть? Я ж не помню ничего, господи. Да, так и должно быть, 100%. Света нет. Фонарик не помогает. Так. Дайте мне свалить отсюда. Ой-ой. Ой, это что за хрень? Твою ж мать. Это кто? Я мне не убежать от них. Непредвиденные последствия. Так. Давай, 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 давай. Ой-ой-ой. Давай, спасаешь его? Давай, докторишка. Ой-ой-ой. А если бы на ногу? Вы представляете, какая это была бы адская боль. Так, мне куда? Мне туда, все правильно. Поехали-ка отсюда. Давай, дружок. А вот у нас и первые субъекты. А, не можете, падлы. Так, откроешь? Откроешься? Так. Думаю, все будут рады помочь тебе. Хорошо, активировать сканеры. Мне помогут. Прекрасно. Ну, перед тем, как все это... активируй. Так, где-то что-то я упустил. Территория хаоса. Это ерунда. Пошли. А, вот кто мне откроет дверь-то. Давай. Я думаю, что не так-то? Это козлина, это дверь не хотел открывать. Ой, трупы, трупы. Трупы. Нельзя было подальше дверь держаться. Ничего. Я до вас еще отыграюсь потом. Тихо, тихо. Ой-ой-ой. Пойдем, пойдем. А вот и лестница, которая мне нужна была. Так, я правильно спустился? Энергия восстановлена до... Правильно. 15%. Так, теперь мне куда? Так, а я отсюда пришел. Зачем я туда-то?
Где куда дара-то? А где дара-то вверх? Вот лестница другая-то. С разных боков в разные стороны ведут. А дада вверх, другая вниз. Так. Ты меня еще попробуй цапнуть, тварь. Так, ты убил все, всех? Мне поможешь? Если будем держаться вместе, у нас будет шанс. Давай, пойдем. Черт возьми, что это? Что это? Трупы, что? Давай, берегай меня. Вон они. Стреляй, давай. В голову стреляй, иди мне. Еще. Еще. Вот так. А если я так сделаю? Делай. Вот так. Я ранен, но это не страшно. Страшно. Так, надо подзаправиться. Блин, не здесь? Нет, не здесь. Где подзаправляться-то можно? Так. Все равно. Что у нас здесь? Так. Магазины. Магазины. Вот. Давайте подзаправимся. Энергии нет. Энергии нет. Хорошо. Так. Пойдем со мной, чувак. Рыцарь. Так, мы отсюда. Опа-опа, пришли. Вот так. Да. Сюда. Все валится, все ломается. Предупреждение, какое предупреждение? Двери-то нету. Ну давай. Где-то должно быть. Где-то здесь. Вот. Открыто. Открыто. Хорошо, я останусь и буду помогать всем, кто здесь окажется. Побежали. Я тебе останусь. Вот так. Тоже вариант. Ну пошли. Да, пожалуй, я тебя подожду здесь. Нет, пойдем. Возможно, у нас будет больше шансов, если мы объединим наши усилия. Я что, без пистолета остался? У меня есть припасы, но нет пистолета. Это обязательно, это я что скажу. Ну это прискорбно. Так, а я умер, нет? А за каким хреном ты? Так. Это так было задумано, да? А, ну, видимо, да. Добро пожаловать в систему перевозок «Черная месса». Этот автоматический поезд призван обеспечить безопасность и удобство. Не понял. Итак, к нему прыгать чревато. Так. Надо это все как-то быстро сделать. Так. Нет,
Ага. Так, а мне-то как быть? Так, ну-ка назад. Куда там? Так. Тренировочный, новый язык загрузить. Так. А что нам надо сделать? Так. Видели? Нет, валяется дохлый. Это я его убил. Чтобы завладеть оружием. Вот. Я тебя подбил, да? Есть еще? Еще. Давайте. Так. Опа. А вот и первый превращенный будет. Смотрим. Блин. Ну ладно, бог с вами. Так, здесь что у нас? Вот здесь нет окна. Вот так, забили. Тихо. Что у нас есть? Электричества нет. Хорошо. Так. Где сюда? Убил. Красавчик, постарался. Давай. Ой-ой-ой. Так. Ты меня еще задавить можешь? Бать. Так. Вон. Ой. Звуком что ли хрячешь? Да. Да. Как я тебя? Что ты здесь делаешь, я не знаю. Давай. Любопытно тебе. А мне твою жопу прикрывать приходится. Так. Ты только взгляни на эти заметные отметки. Ой-ой-ой. Так, ты мне зачем нужен-то? Ты мне что-то должен открыть, что ли? Где? О! Тихо. Вот так.
Что-то получил еще патроны. Ну давайте по порядочку. С первой дверки. Что там? Давай, падаешь. Легкие родители обнаружены. Почидимся. Для этого у меня тут аптечка есть. Так, что вы здесь охраняли? Что-то мощное, что-то мне нужное. Ну-ка, ну-ка. Ага. Арсенал. Я угадал? Так, не понял, Лука, дай мне глаза свои. Эх, вырву у тебя. Блин, сюда поди, вот это было козла вести. Запрещен. Да, надо было, походило, его сюда вести. А он смог бы сюда подняться, вообще поднимай бы. Ладно, сейчас что сетовать-то? Что было бы? Вот. О, а я отойду. Давай-ка. Вот так. Что ты сел-то? Иди сюда. Твою ж мать, дебил. Падаем. Поднять надо. Уровень. Все. Понятно. Поднимаем. Всплываем. Вот так. А ты куда там? Тоже вода же. О, сточные кадавры. Зловоние. Ужас. Дикие времена. Ну-ка, где тут сохранить? Сохранить. На самую нижнюю. Так, что у меня здесь показано? Опять взял. Платформа поехала. Не успели. Нет, не прыгнут. Так, мне... Ой, прыгнул. И этот прыгнул. Смотрите-ка. А, так они сверху сыпятся. Смотрите, их много. Вау. Так, так, так. Это что? Это пугать меня? Додумали. О-о-о. Так, вот для чего нужен был арсенал. Так-то не меня так покромсают здесь. О-о-о-о-о. Сваливаем. Не успел. Так.
Да, придется заново здесь. Тихо, тихо, тихо. Ой-ой-ой. Куда ты? Давай, ты же все равно вниз пойдешь. Давай, я отбиваться буду всеми возможными способами. Прицельная стрельба. Блин, блинский. Есть. Тихо. Пока не легкие, надо бежать. Так, а куда мне здесь? Ой-ой-ой-ой-ой. Вот сюда. Блин. Вот сюда. Так. Думал, трубы-то тоже свалятся. Ох ты. Энергия восстановлена. Восстановлена. Ох ты. Блин, здесь автомат бы какой-нибудь. Ой, давай, вали. А я пока не пойду сюда. О. Ни хрена себе. Так, это всего лишь вода, всего лишь вода. Вот как мне оттуда сюда вылезти из этой просто воды? А тут решетки. Не цепляется. Так, по ходу дела здесь только один вариант — падать, и все. И тут как повезет. Что это за... Тоже висит, болтается. Дахэ называется. Да блин, блинский. Почему я никуда не могу-то? Вот. Уже ближе к жизни. Где ты? Твою ж мать. Ну давай. Я не понял, прицел-то что у нас? Прицел. Настройки. Мышь. Так. Клавиатура. Использовать. Снаряжение. Фонарь. А прицеливания нету, что ли? Или это у пистолета нету у этого? Вот так вот. Спасибо, что ты здесь всех перебил. И вот так перепрыгивать, надо их натолкать туда.
И по визу там можно было как-то, как я понимаю. Так, ладно. Мы здесь. Мы никого не боимся, кроме себя. Мы вооружены и пипец как опасны. Потому что пипец как вооружены. Один пистолет на всех. Причем были бы патроны бесконечные. И вот еще и патроны кончаемые. Ой-ой-ой-ой. Что так отбросило-то? Так, вот мы здесь. Сомневаюсь, что... Вау! Так, это где? Ух ты! Быстро я его прибил. Ну-ка. Давай-ка посмотрим. Блин. Все не так. Ё-моё. Так. Я думал, туда перепрыгнуть можно, как-то перебраться. И получается, ладно. С этим разобрались. Наверх. Наверх, я же сказал, наверх. Не падай. Сохранится. А, так они не падают. И на то спасибо. Блин. Блин. Так. Перебраться вы перебрались. Тут все? Тут все. Ой-ой-ой. А что ты не открывалась сразу-то? Заставляешь меня нервничать. Так, выше? Нет. Что за бункер такой? Кто вас строит? Я на другой стороне. А туда, да, не перепрыгнут мне отсюда. Может потом как-нибудь обратным путем. Открыт. Открыт. Нету никого. Все. Тихо, все, тихо. Поехали. Сейчас сверху пойдем. Бах, бах, я ему. Так, так, так. Накидаю. Давай. Энергия восстановлена до 40%. Да. Да. Так. И мне тоже поди сюда не пройти будет. Прямо перед носом. Так, это вперед, это назад. Там, я думаю, подзарядиться вот здесь вот можно. Какой-то докторишка. Докторишка, кого-то сожрали уже. Вот, электричество отключили. Спокойненько можно теперь. Все хотят выбраться на поверхность.
но они идиоты. Но ты... Да. Спасти нас. Еще что тебе надо? Давай. Ты со мной идешь или нет? Старый. Пойдем. Пойдем, пойдем. Пойдем, я тебя проведу неведомыми путями. Стой, 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 стой. Ты стоишь? Отстой. Я за тобой приду. Никуда не уходи. Ага. Так, я их не вижу, вижу. Вторая. Что это? Блин, таракан. Еще одна. Вот все. Со всеми покончено. А так бы сейчас на меня прыгнули. Так. А где я? Боеприпасы есть. А где автомат-то? Нет автомата. Где-то я нужны. Так, а я смогу туда зайти-то? В офис. Мне же в офис надо. В офис. Пойдем. Тихо. Все в крови. Электричество, вода. Все понятно. Туда там ход заказан. Да. Ну. Неломаемая. Понятно. Понятно. Где у нас еще один? Это тараканы. Так, они нам не нужны. Вот такой-то большой, ты уж хрен сломаешь. О. Где у нас там? Мент. Во. Теперь у меня ружье есть. Да. Так, его мы убили. А он бы мне открыл дверь? Как тут интересно знать. Вау. Собрал что-то. Таблетки. Вылечился что. Это... Энергия восстановлена. Ну, нормально, что? 50%. Хорошо. Буду иметь в виду. Так. Засовчик открой. Дебил, блин. А, где, смотрите-ка, разлетелся. Так.
Вода под напряжением. Вода под напряжением? Я почему-то так думаю. Да тихо ты. Выключить-то мы выключили. Так. Все. Все. Так, надо на ломик. Буф, башку снесли мне. Так. Не встаем. Не встаем. Да. В мясо тебя, да? Меня также. Так. Шороху навели. Я обороняюсь. Ото всех. Сразу. Так. Открыть, открыть. Почему я вот это не могу открыть? Блин, блинский. Ладно. Займемся потом этим вопросом. Все. Успокоилась, чудовище. Блин, а я смогу-то... А что там мне искать? Что там можно найти? Вот так. Правильно? Того. Так. Ага, значит, мне сюда и надо было. Опа. Ну-ка, второй раз покажись. Опа, опа, опа. Две дырки в тебе. Нормально. Так, а сюда не могу. А, вот сюда мне надо. Нет, не сюда. А куда? Так. Я тут совершенно случайно обнаружил, куда надо. Вот сюда надо. Где этот маленький сундук? Что давать-то, стой. Так, нет, немножко туда. Вот так. Да стой ты. Че, такой сильный, что ли, чтоб? Да, чуть-чуть. Блин, опять не туда. Куда тебе надо? Ну-ка. Есть еще, правда, одно место, куда я думаю, что его тащить надо. Там, где оружейный склад был. Даешь твою мать. Так, это точно не сюда.
либо сюда. Пробуем сюда сначала. В общем, как я и думал, лесенка. Вот сюда прыгаешь, на лесенку залазишь. Я был прав. Все, на этом все. Увидимся в следующем видео. Пока.